Здравствуйте, друзья! Вот этот осенний пейзаж хочется показать. Я и сам примерно в таком же чуде живу, как на фотографии. Здесь у нас в Переславле-Залесском. Ну и будем расширять удовольствие. Так. Ой, смотрите. Ай-яй-яй. Итак, редко я использую рисунок, прежде чем начать картину. Но в данном случае хочется сначала чуть-чуть порисовать. Увидеть как бы композицию. Примерное место расположения лестницы сделаем. За лестницей у нас будут кусты, можно их чуть поднять и тропинку таким образом удлинить, вот, чтобы она за вот этой перилой немножко была все-таки видна. Так, и сам домик. Так, вот этот спуск у нас. Деревья будут над домом. Дальний план деревьев. Так, сюда, сюда. Тропинка. И вот эти деревья. Сосна. Сосна. Раз. Сосна. Два. Здесь я соблю расстояние. То есть дом у меня пересечен сосной. То есть там она в прилипку к краю дома у меня пересечен. В этом расстоянии я сместил от середины, хотя там больше смещено сюда, но выгоднее все-таки интересные проявления рисунка сделать ближе к центру композиции. Это интересное проявление рисунка. Но вот здесь мне, ну вот здесь столы, понятное дело. А вот здесь мне не хватает, на дальнем плане не хватает мне уже ели. Тут сосенки, а там будет ель. Какая-нибудь вот такая красивая. Может быть, еще появится ствол ели, и от нее тоже будет одна ветка, допустим, мощная. Может быть. Может не быть.
всем можно писать. Итак, взял широкую кисть, взял королевскую голубую. Чуть-чуть поджижил краску, чуть-чуть. Просвет уходит как бы вот туда, за дом. Это выгодный ход. Это можно преувеличить, эту идею. Потому что все, что уходит вот по такой траектории, сразу создает пространство. Так, и облака у нас будут. Той же кистью разбил охры. Наверное, разбил охры плюс королевская и плюс немножко розовиночки. Чтоб и тенистая в облаках появилась. Сразу скажу, что этот цвет у нас просто такая грязца, очень удобная для осеннего мотива. Это черный, английская красная и охра в разбиле. Ну, такой разбил, чтобы получилась примерно такая грязца цвета. Охра. Плюс розовая, краплак розовый, лежачий к холсту кистью, оставляя чуть-чуть продресь этого цвета первобытного подкладочного. Немножко, видите, качаю кисть, чтобы она укладывала то вот по такой траектории эти мазочечки. Охра у меня охра желтая. Thank you.
Да? Угу. Пока искал кисть, обнаружил, что легкое нарушение геометрии создал. Избавляюсь от нарушения. Чтобы листья положить, надо же нарушение исправить. Так. В этом случае важно не перебеливать. Даже если кажется, уж прямо бело, то лучше пусть оно сдержаннее будет, белизна. Чтоб не спорила белизна с белизной неба. Все-таки небо здесь самое светлое пятно. И надо умудриться удержать эту идею. Так, ну и, пожалуй, все. Чуть-чуть еще, может быть, дырочек здесь добавлю. Надеюсь, вам понравилось, и, возможно, у вас тоже получится. Ну, есть какие-то сложности, но, конечно, такое любовное развлечение вырисовывать все это. Вы же видели, даже на промежуточном этапе было красиво, поэтому можете не доводить до степени выписки, которую я сделал. И так будет красиво. Да? До следующей встречи.